Здравствуйте, уважаемые зрители! Нередко людям, которые видят наших аистов впервые, кажется, что все эти птицы на одно лицо. Но приглядевшись к ним повнимательнее, можно легко научиться различать отдельных особей. Травмированных птиц мы отличаем по старым травмам. Это проще всего. Но оказывается, что каждая птица обладает уникальным поведением, свойственным только для нее. И это поведение, эта уникальность проявляется буквально во всех действиях, которые наши аисты совершают в течение дня. Вот, например, их поведение во время прогулок. Каждый день, если только нет слишком холодной погоды, мы открываем двери теплых домиков, проветриваем домики и предоставляем возможность птицам немного погулять на свежем воздухе. Сейчас мы в вольере номер один, где у нас находится 4 птицы. Мы видим, что как только домик открыт, все четверо тут же выходят на прогулку, бегают, прыгают, разминают крылья, общаются. Но проходит буквально несколько минут, и две взрослые самки, Марта и Клара, опять возвращаются в теплый домик, где нет ветра и потеплее. Правда, если погода у нас стоит в этот день теплая, они могут попозже и опять выйти погулять. И опять ненадолго. А вот Мценск и Тамара, молодые аисты этого года рождения, они будут гулять столько, сколько мы им позволим. Если мы навестим второй вольер, где у нас живет сложившаяся пара Гоша и Руслана, то мы увидим, что эти птицы вообще крайне редко выходят из теплого домика на улицу. Домик у них более просторный, птиц там две, это пара, они давно уже испытывают друг другу нежные чувства, поэтому им особенно никогда не хочется уединяться друг от друга, они наоборот стараются держаться вместе. И в теплом домике им удобно и комфортно, там они ожидают наступления весны. Примерно так же ведут себя Петр и Фунтичка. Это вторая сложившаяся пара у нас. Она состоит из более молодых птиц. Они тоже крайне редко выходят из теплого домика на снег. А если даже выйдут на несколько минут, разомнут крылышки и снова стремятся вернуться в теплый домик. Надо сказать, что вообще молодые аисты более активны, более подвижны и более склонны выходить на прогулку даже в холодную погоду. 2 года назад, когда у нас здесь зимовала группа из 6 молодых аистов, они все любили гулять в течение нескольких часов и крайне редко заходили в домик, пока мы их не загоняли на ночь. А взрослые птицы, вот мы видим, ведут себя несколько по-другому.